неприметном уголке Вселенной, на окраине совершенно обычной галактики под названием Млечный Путь, горстка планет вращается вокруг стандартного размера звезды. Но приглядитесь к третьей планете. И вот он, неспокойный голубой шар с красной мятежной душой. Движимый расплавленными твердыми породами, циркулирующими внутри, он взрывается, ползет, вздрагивает и булькает. И иногда убивает. Континенты сталкиваются и снова расходятся. Извергаются вулканы. Устремляются ввысь горы, а города рискуют жизнью. И все из-за жидкого камня под названием лава и ее матери магмы. Мы вернемся к расплавленному прошлому Земли. А потом попробуем собрать головоломку на менее отдаленных от нас этапах ее жизни. Увидим наше неистово прекрасное настоящее и посетим взрывоопасное огненное кольцо. А потом посмотрим, если посмеем, на ужасы, которые нам приготовил на будущее движимый лавой мир. Мега-цунами, мега-землетрясение и смертоносный супервулкан. Присоединяйтесь к нашей увлекательной и опасной экспедиции по прошлому, настоящему и будущему место под названием Земля. Поистине удивительной планеты. Удивительная планета.